Четверо погибших, среди которых 5-летний ребенок. Это результат ДТП в Херсонской области. Столкнулись две иномарки. Авто, которое направлялось в железный порт, выехало на встречную полосу. Водитель и один из пассажиров, 5-летний ребенок, погибли на месте. Еще четверых госпитализировали с травмами. Двое позднее скончались. Пассажиры и водитель второй машины не пострадали.